Первая желтая карточка сегодняшнего матча. Реал в атаке. Момент. И есть гол. Есть гол. И, конечно же, этот гол забивает Криштиану Роналду. Человек, только-только получивший золотую бутсу. Он забивает. 1-0. 23-я минута. Как открывается, как чувствует, куда полетит мяч. И подача хороша. И головой бьет. Замечательно. Вроде бы штрафной. Это опасно. В таких эпизодах, конечно же, после вот таких эпизодов, конечно же, надо быть предельно внимательными. Только я хотел об этом сказать. Счет становится 1-1. И, похоже, судья указывает на середину поля. Я представляю, как сейчас беснуется Жозе Мориньо. Как негатив свой проявляют болельщики Реала. Кому желтое, что концентрация внимания приводит к голу. И своим моментом гоняет мяч Ди Марии. Тот навешивает, Пепе бьет и попадает в ворота. Знаете, это символично, что именно Пепе сейчас на 34-й минуте вновь выводит мадридский Реал вперед. Пепе по-футбольному отомстил сопернику, в какой-то мере арбитру. И опять головой забивает Реал. Ди Мария вновь навел. С левой на правую. Аккуратно на Ди Марию. Ди Мария, потрясающая передача на Игуаина. И вот это гол! Вот это комбинация! Красота! Это просто раз заходит, залетает в ворота Андреса Фернандеса. Посмотрите, ну это чудо-пас Ди Марии. Смотрел в другую сторону, но все видел периферийным зрением. И вот это движение шведой на Игуаина. Тот ловит на встречном движении защитника и удален. Давайте смотреть. Мне тоже в динамике показалось, что было нарушение правила. На этом повторе вообще без комментариев. Не в мяч, а в ногу. 100% FIFA многие говорят. Об этом задумались. Криштиану Роналду разбегается, бьет и делает счет крупно. 4-1. Кстати, первый гол Криштиану в чемпионате. Если я... Реал хочет забить свой пятый мяч и забивает! Криштиану Роналду! Хэт-трик в матче против Осасуны! Ну, посмотрите, как завис и как кивком головы отправил мяч в ворота. Тут и подключение Арбиола, и отличная передача Озила. Вот такая вот трехходовка. Вынимайте еще один гол. Криштиану Роналду не надоело поражать. Мяч выбивает. Реал атакует. И еще один гол случится. Бензема забивает. Прошил он своим ударом с близкого расстояния Андреса Фернандеса. Умел сделать пас. Вот повтор этого эпизода. Мучает Дамья. Обыгрывает и затем навешивает. Мяч попадает в голову сопернику. И затем прилетает к никем не прикрытому Бензема. И он... Но Игуаин этого делать не стал. Ух, отлично в отборе играет Арбело. И гол, седьмой. Седьмой приближается к результату Барселоны. Мадрид же это такой за чемпионат, где две команды могут выигрывать 8-0, 7-1. Вот такой он чемпионат. И очень интересно, несмотря...